часов, чтобы приехать на поселение. Потом у нас не успеет видео 20 секунд. Да! Если мы пса похипнем, тогда нам нужно искусаться. Ту-ду! Кто со мной? А? Кто со мной? Я! Так, Коля? Не! Тогда мы сам... Тебя видно. Нет. Вот, смотри. Вот, видишь себя? Только мой кадет видно. Нет. Типа что на два куски. Скосит. Типа только вот твою и ноги видно. Да я могу тоже перед тобой поиздеваться. Хочешь? Угу. Пофоткать. Вот. Скосиши. Теперь я тебя поднимаю, как поиздеваться над Колей еще. Скосищу ё! Сильно! Yeah! Вот тебе можно поехать. Вот я с тобой поеду. Ты даже не знаешь, это скучное и сложное. Я уже два финиша пошел. Но я смотрю пароходиков. Я могу тебе включить, но только тут их надо подскачать, когда я смогу подскачать. Теперь их по полосиках и мультик я смогу, чтобы играть полосики. Хочу! Но это надо их сначала покормить. Да. Потом там будет все. Удаляем, фотку вставляем, видео вставляем, повозки включаем, фотки включаем. И вот мой дики тоже включаем. Оно так будет перемещаться. Там не будет песни, там не будет фотки, будут фотоаппараты, будут снимок, будет... Давай! Да! Да! А? Попросите! Еще будем тут фоткать, пока не пофоткаем. Еще
свою истивательскую машину. Нет, папину машину. Мы куда приехали? Магазин. Почему? Это Виктория Секрет. Он как человек. Папа, о, мяч еще. Магазин. Мама. Да, смотри, там мама. А? Я колю твою хату. Там мама. Где? Где мама? Там же мама. Ее собрает. Почему? Потому что она погибнет. И чё есть? Надо мной на тобой подшутил. Маму никто не похитнул. Вот там мама. Не, это я. Я собра. А? Я её собра. Кого? Маму вашу. Потому что я ее. Давай, разговаривайте. Кричите все. Бебе! Бебе! Чип! Чип! Тима, я кому сказал? Только нужно кричать. Катюсь, кабе! Вот это. Только тут из тебя. Почему? Потому что... Дядя, Дима. Мы? Да. Куда мы заехали, пап? Заехали. Магазин. Какой? Это не секрет. Там всякие только вещи нужны. Нет. Мама. Там и запад.
подвесить. Нельзя. Можно. Пап, скажи Диме, что здесь нельзя продавать вещи. Здесь нельзя продавать вещи. Я не об этом. Я говорю, да их можно только для девочек покупать. Да, для мальчиков нет. Ну, для девочек такой нету. У меня есть такая. Смотри, мальчишка и мужчина. Охранник. Там Дима, я твой косит трогаю. Потрогай, можешь косит. Он не мягкий, Дим. Да, у меня мягкий. Дима, у меня есть тачка в катапульте. Да, да. И еще есть у меня кошка. Да, какая? Есть кошок, зайчик из твоих юбок. Зайчик твой. Мне. Я шучу. Я твоего зайчика не запиям. Он дома маленький. У меня есть двое больших. Ну, погоди. Мне. Много я его к себе зевот бросаю. А я тоже. Ну это много. Я тебе лезу. Я даже ног не могу. Замочите, пожалуйста. Я хочу. Шлагбаум. 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 А значит, паровоз на рельсы едет. Вот это шлагбаум. Да. Да, где такой значок шлагбаум? Смотри! Я уже видела шлагбаума. Он спереди. Мужчина спешит, если у них нет топлива, значит они заезжают на топливо, на ставку. Они там собавляются и едут дальше. Как паровоз едет? На колесиках. У меня есть такая книжка, с буквами. И он на колесиках едет. У него пошут колеса и очень. Если у него нет топлива, он мне не наехает. Если у него нет топлива, медик, у него есть. Замочите.
какой Миша? Он так говорит, вот только нам еще не нужно говорить, потому что мы Вася его с Никой говорим. Ну, Коля даже узнает. Он даже, его надо отправить в садик. Да. Да я в школу тебе хочу дать. Ну, там учитель, ну, Вася очень... Даже меня не будет меня учить. А? После учительная моя, даже меня после меня не будет учить. Почему? А потому что я высокая. А? Я высокая, Дим. Я тебя не понимаю. Давай приедем на посетку. Скажи, я уже большая. И у меня уже будет новая тетя. Тетя новая? Учительница новая. Да. Как ее зовут? Тогда ты уже пойдешь, сможешь пойти в школу. Только пальчик не пьешь. Ну, мама мне купила рюкзак, чтобы прийти в садик свой. В садик не надо. Мне усчитай. Я уже мне там усчитаю шаг. Я там уже могу кому-то. Есть, только он большой, синенький, там всякие вещи есть. Ну, у меня маленький. Потому что я маленькая намного. Нет, я большая. Тогда попроси маму, тогда чтобы Диану попроси, чтобы она тебе большой рюкзак купила. Такой же, как у меня, только лошадный. Как по-английски будет майку?